Жители этого дома каждое утро начинают не с пробежки, но тоже с физических упражнений. Правда, вместо гантелей лом и молоток. Дело в том, что это небольшое отверстие – единственный способ зайти бездомным кошкам в подвал. Но каждый день выход почему-то заваривают, оставляя четвероногих бедняк буквально замурованными заживо. Дес вот такими пачками завален писем с просьбами постоянно заварить подвал, заварить подвал. Мой муж постоянно выламывает. Завариваем, выламываем, завариваем. Жители рассказывают, бездомные кошки стали для них настоящим спасением. С их появлением в доме исчезли крысы, которые буквально терроризировали людей. Ведь на первом этаже сразу два ресторана. Кошки, такие существа, они не ходят там, где живут, извиняюсь за выражение, в туалет. Они выходят на улицу там, уходят туда. Простите, если там будет заварено, они будут ходить в подъезд. По словам Сергея, заваривать отверстие требует именно эта женщина. Мы попытались взять у нее хоть какой-то комментарий, но при виде нашей телекамеры дама бросается в бега. Вам нечего ответить? Жильцы жалуются, что вы котов мучаете. Вы обратитесь в жилищник. Решаем следовать совету, обращаемся к коммунальщикам, тем более, что их представители уже подъехали. Уверяют, подвал должен быть заварен по всем нормативам, и кошкам здесь не место. А вам не жалко котят? Не почему хотят. Вот общаемся. Что хочу, то здесь, то и делаю. В смысле, почему их жалеть? Вам не жалко животных? Не, нам-то жалко, но оттуда всех выгнали же, всех хотят. Вы же говорите, что вам не жалко. Мы решаем устроить представителям управляющей компании очную ставку с жильцами. Мужчина пытается успокоить оппонентов. Якобы животных никто и не думал обижать. И уж тем более замуровывать. Но ему на слово, кажется, никто уже не верит. Я здесь живу. Я имею доступ к подвалу. У меня все подвалы и чердаки должны быть опечатаны. И никакого доступа не должно быть там. Разобраться самим в этой кошачьей войне непросто. Вызываем участкового. Возможно, с его появлением судьба злополучного подвала все-таки решится. Ну а жители тем временем говорят, несмотря ни на что, будут каждый день открывать дверь. Даже если это придется делать сломом или болгаркой. Жители этого дома просто обожают кошек. Практически в каждой семье есть четвероногий любимец. Не забывают здесь и о бездомных котятах. За их жизнь люди готовы бороться до конца. Дарья Ермакова, Арсений Леохин. Экстренный вызов.